Вторая модная тема сезона 2017 называется «Арт-волна». В этой коллекции наши дизайнеры дают художественную интерпретацию классической морской теме, которую мы с нетерпением ждем каждое лето. В «Арт-волне» мы впервые представим модную капсулу для мужчин. Это станет мега-событием сезона. В гардеробе каждого мужчины должен быть классический темно-синий блейзер. Мы его сделали из текстиля с эластаном, что его делает очень комфортным. В сочетании с брюками чинос бежевого цвета он выглядит очень достойно. Этот хлопковый джемпер, несомненно, станет бестселлером нашей коллекции. Он оформлен ярким артистическим принтом в полоску. И вообще его можно носить как с рубашкой, так и без. Мужественно и ярко. Идеальное сочетание на каждый день. Толстовка красного насыщенного цвета с изобразительной вышивкой. К ним идеально подходят джинсы темно-синего цвета, комфортной посадки. Весной часто бывает ветрено и прохладно. Для этого мы специально создали баллоневую ветровку темно-синего классического цвета. Под ней замечательная футболка с ярким полосатым принтом, в которой мы по-новому взглянули на классическую полоску. Пейзажный принт – самый актуальный и модный тренд в мужской одежде. В этой легкой хлопковой летней рубашке мы использовали морской пейзаж. В сочетании с брюками чинос – это идеальное решение на жаркую погоду. Еще один актуальный тренд этого сезона – женские вещи, созданные на основе мужской хлопковой рубашки из поплина, как вы видите на этой вещи. И мы добавили некоторые женские детали, золотые пуговицы и романтичный бант, но линию плеча подчеркнули. Топ в морском стиле в бретонскую полоску. Фантазийный кардиган с деталью из плиссированного шифона. Гобеленовая сумка завершает образ туфли-лоферы на серебряном каблуке. Я с восторгом смотрю на нашу элегантную Людмилу, мою любимую модель. Посмотрите, как шикарно смотрится на ней и фантазийный кардиган с шифоном, и, конечно же, джинсы с эластаном. Точеная фигурка. Блузка из хлопка нежного пастельного цвета оформлена брюссельским кружевным подзором по низу изделия и по воротничку. Это легкая, тонкая, вискозная блузка летящего силуэта оформлена морским орнаментом. К ней идеально подходят брюки с золотыми пуговицами. Благодаря эластану они дают идеальную посадку. Образ завершает туфли-лоферы на серебряном каблуке. Это платье особо представлять не надо, ведь это наш хит. Платье из тонкого маломнущегося джерси до колена. В этот раз мы оформили его ярким эффектным орнаментом в геометрической эстетике арт-волны. Этот кажуальный лук на каждый день выглядит так эффектно, потому что в нем мы соединили хиты и уникальные модели нашей коллекции. Прежде всего, это, конечно, хлопковый топ, матроска, где орнамент создан из тонких пайеток. Сверху мы видим бомбер из кружева на флисовой подкладке на прохладную погоду. Ну и, конечно, незаменимая в гардеробе каждой женщины юбка из жаккарда с эластаном с золотыми пуговицами. Это один из самых эффектных комплектов нашей коллекции «Арт-волна». Строится он за счет архитектурной блузки объемного силуэта. Сделана эта блузка из жаккардового трикотажа мелкоузорчатого приплетения. Благодаря этому она выглядит очень эффектно. Рекомендую покупать ее на размер больше. Тонкий топ из трикотажа с рукавом 3/4 оформлен ярким геометрическим орнаментом. А юбка с высокой талией подчеркивает длину ног и элегантность силуэта. Это ветровка из ультрамодного неопрена, яркого кораллового цвета. Обязательная вещь в гардеробе каждой модницы. Успейте купить. Как в офисе выглядеть профессионально и при этом не потерять свою индивидуальность? Для этого мы предлагаем вам эталонный образ. Жакет из эластичного трикотажа, яркого ментолового цвета, эффектная блузка и брюки из жаккарда с эластаном. Стиль спортивный шик на жаркую погоду – это летящая юбка из плиссированного жоржета и тонкий жаккардовый джемпер. Воздушный креп-жоржет, летящий силуэт и ультрамодные плиссировки. Что еще нужно, чтобы создать идеальный, женственный и нежный образ?